В общем-то, это тот самый случай, когда я был реально на грани удаления Warface со своего компьютера. Что же на это так сильно повлияло? Сейчас узнаете в этом ролике. В общем, всем привет. Вот тут написано. Читать умеете, переходите, пользуйтесь этими бонусами. Ну а мы приступаем к ролику. Очень интересному, судя по всему. Don't worry. Мужиков потихонечку пинают, потому что люди не понимают. Охрененно, вот это у него пушка. Зачем ты свапнул пушку? На пистолет. Лучше бы отпрыгнул в сторону и... Топорика! Я не понимаю просто, в чем суть челленджа. Мне дали этот челлендж. Типа, я должен сделать 30 фрагов, выиграть 5 каток подряд на платине. Но! От меня-то тут мало вообще что зависит. В чем он не прав? В чем он не прав? В чем он не прав? Он у меня на погрузчике, если что. Он тебя сейчас убьет. На погрузчике у меня. Да, а голосовой чат есть у них? Есть. Даешь информацию. Буква Ю. Да похую. Так вот, я не понимаю совсем суть челленджа. Я должен в говносноряге с усконом сделать за 5 каток 30 фрагов. Ну это ладно, это уже непосредственно от меня зависит. Но как я должен сделать 5 побед подряд? В открытую, откровенно, бесстрашно. Не ваншот в упор. Извини меня, пожалуйста. Я был неправ. Ну вот, вот видите, про это я и говорю. Как я должен сделать? Как я должен повлиять на исход матча, если я даже в упоре не могу дать гарантированный фраг? А, у тебя тут бегают в упоре. Вот, вот это хотя бы мне дали. Вот это. Да, блядь, я не понимаю, нахуй. У тебя центр на мусорке сидит. Алло, команда, команда, почему у меня с усконом 4 фрага, а у вас у всех меньше, чем у меня? Вроде я полезные фраги даю. Не надо говорить, что я тут, да, настрелял без полезных фрагов. Куда ты идешь? Сейчас всех перехуяли. Я не успел даже, ну у меня даже не быстрый сет, я не могу даже ворваться резко мув сделать. Снаряга ни туда, ни сюда, ни быстрая, ни жирная, блин. Максимально сложная. Я же на ПВЕ в сошку пошел. Спина идут. Так, все, ладно, я пошел в ангар. Нанимаю ключевую точку. Его запахали. Вот куда он? Он даже не пытался отойти. Вот тут где-то. Чижик, а ну и все. Нахер. Вот сейчас дал ваншот, а до этого я... А, нет, я не с ним хлестнулся, у этого, возможно, броня говно. До этого я с другим медиком хлестнулся и дал ему в упор не ваншот. Вот такая же дистанция была, такое же попадание абсолютно. Но был не ваншот. Сейчас я Чижику дал ваншот. Значит, хотя бы кого-то я могу ваншотить в упоре. Что ж, проверим. Так, отлично. Живи, живи. Найс. Я бы ему потом никак не помог и даже никак бы не разыграл, потому что я не могу использовать ни пистолет, ни гранату. Костя, на ответку попробуем сыграть? Давай попробуем. Раунд начался. Звуки стреляли. Заходите быстрее. Или у вас есть в упоре, вы слышите? Похуй, вообще молчат мужики. Центр штурм. Ты куда все время летишь-то? Планту есть много. И один с центра у тебя играет. С центра играет штурмовик. Найс. Пушит тебя. Для этого нужно иметь на инженере лупару. Ну или хотя бы двойные пистолеты. Чтобы не убегать, а разворачиваться и гасить нахер. Надеюсь на то, что он промахнется. Ну хотя, в принципе, он и промахнулся. У него был шанс. Проеб свой последний шанс. Что такое? Кто бутылку обронил? У меня, помогите мне. На ище.
Первый этаж. Найс. Найс, давайте, 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 ребята. Стараюсь максимально. 11 фраг... Я то фрагер. Платина! Середина сезона, кайф! Кто играет на платине в 2023 году, ребята? Ролик. Хватит стакать каждый раунд. Извините. Охренеть. Как мне чел? Бомба установлена. Клянусь! Я не знаю, это надо в слоумо смотреть. Звуки были справа. Надо прям максимальную децибел выкручивать. Когда я выходил из нуля, звуки отчетливо были справа. Дед, я тут твои таблетки нашел. Звуки были справа. Да твою мать, ну ты опять что ли забыл таблетки принять? Ба! Деда опять жмыхнуло. Плунту ставит. Найс, плунту и в обходе. Не, два меда это не заберут. Ну да. В принципе, очевидно, потому что они встают на дистанцию, они же тоже не тупые, они понимают. Встают на дистанцию и контролят, все. На этом больше от них ничего не нужно. Центр вверх есть. Засмочи сюда, подойди медик. Кто на первом этаже? Йоу-йоу, закинь вот сюда смог. Кидаю гранату! Отлично. Пойдемте двойку. Заврал. Убейте этого чела. Блять, один под навесом и один личка. Сейчас по одному их всех отпиздят. Йоу-йоу. Красава нахуй. Пятером зайти в двоих? Не. Разделиться зайти по одному? Да. Коротко моей команде. Бесперспективняк не стреляет ни хера. Йоу-йоу, вообще не понимает, что вообще происходит, как играть в эту игру. Не знаю, сложно. Пик заливучий. Пик заливучий. Зато у меня уже 12 фрагов. Треть фрагов набил. Центр рейндж. Ну, жирной броне его не убить. Очень долго думаю. Бля! Как 5 подряд выиграть? Вот с такими тиммейтами, когда играют. Которые не понимают, что происходит. Бесперспективняк пушит просто вообще в тупую максимально. Думает, что он самый скилловый мужик. Ты один у вас? Алло. Хули вы молчите? Я его убил. С трех шотов. А почему я до этого ему так мало наносил? Ничего не понял сейчас. Подождите, а почему я до этого шкафу так мало урона наносил? А сейчас я его с трех шотов убил наверху. А, ну потому что это усклон, точно. Усклон только так и убивает. Охуеть. Нет, тут без шансов, вообще без шансов на победу. Но они не понимают, как играть в эту игру, блядь. Так это вообще нету шанса. Нету шанса! Обход идут. Много. Да пушить надо будет сейчас. Отлично. Вот эта нычка работает безотказно. Надо сейчас выиграть атаку. Атаку, чтобы выиграть, надо сыграть единицу. Пойдемте единицу сыграем. Штурмовик наверх, вы воду. Сыграйте воду агрессивнее. Встречай, на трубах сидит. Уйди ко мне, уйди ко мне, уйди ко мне, уйди ко мне, уйди, 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 уйди. Пойдем, уйдем на респ. С респы сыграем. Ах, а ты что не чекнул ты его? Ну вот, она тут смог лежит, он сам себе смог накинул. Сам себя переиграл, он бы так мне помочь мог. Ужас какой. И вот опять, видите, нехватка инфы. Что он дал смог, что он не видит ангар. Я ему даю информацию, он не говорит, пикну я, не пикну, не вижу, там, что угодно он мог сказать. Центр у тебя. Глупый. У меня такое ощущение, что я 30 просто за одну катку сделаю. Такими темпами. На первый этаж вдоль стены играю. Ой, как хорошо! Не могу прям. Прям балдеж. Я не могу помогать смоками. Это очень бесит. Понимаете?
Вот я сейчас услышу. Мне нужен будет человек сюда, кто клин. Давай этот труп не отдадим, просто поиграем от его трупа. Найс. У нас один на центре, не забывайте. Два на центре. Двадцать фрагов! Просто я топ-фрагер в команде. С усконом нахрен, с усконом на платине. В середине сезона. Не в конце. Пойдем, йоу-йоу. Блядь. Вот вы молчите нахуй. Язык в жопу засунули. Ребята, вы давайте информацию на начальной стадии. И мы выиграем эту катку. Если вы выигрывать не хотите, давайте просто прожмем F5, блядь. В чем проблема? Не хотите. Ну тогда говорите, блядь. Не молчите. У нас два человека, ебаную единицу, каждый раунд ходят, и каждый раунд молчат, что у них заходят, и уже трусы с них снимаю. Ну что? Хорошо, блядь. Молчат вообще, пи***ц, пух. Колоночник, колоночник. Он сейчас всех переебашит. Урон. За урон. Не, нахуй, не хочу играть. Не хочу я с вами играть. Но вот это тот случай, когда даже не хочется ничего делать, потому что ноль, понимаете, вот... Ты даешь там инфу, пытаешься что-то кордить, спрашиваешь, заряжаешь чуваков, а в ответ ты слышишь что? Тишину! Потому что они засунули язык в жопу. Невозможно с такой командой выигрывать. Невозможно. Дело даже не в том, что они плохо играют. Они замкнуто играют. Они боятся. Это один. Я обходку занял, идите ко мне на респу, подсаживайтесь. Блять, как же сложно с вами, я не могу. Нет. Найс, еще один. Найс, минир. У нас на единице с ВД один есть чел. Охуенно. Давайте спустимся на первый этаж все. И пойдем в сторону двойки. Колонны убивайте, колонны ебите, чела. Все, на двойку выходим, там один инженер. На двойку ебите одного инженера. Я и первый зайду, разменяйте меня. А его тут нету. О. Игрок бомбой убит. Бомба взята. Никто не пытается разменять! Они бегут резаться, блять, вы долбобы! Они не пытаются даже разменять, они идут и резать одного чела. Вы чё, ебланы совсем? Тяжело. Тяжело. Боже, ну як должен что ли разменивать с этим усконом? Говно снаряги. Ну помоги мне, я же сказал, пойдем сделаем это, браза. Найс, резай. Не, ну это полный пиздец. С такими кентами невозможно выиграть. Невозможно. Они не пытаются сделать вообще ничего для победы. Вообще ничего. Один в тупорылую пушит каждый раунд соло. Потом под конец его, когда его осадишь нахуй, он только потом под конец начинает играть более-менее на команду. Я сделал 25 фрагов с ускона УНГ. Играя в боевой броне, вы понимаете? Вы вдумайтесь просто. Официально заявляю, после таких игр хочется удалить эту игру. Хочется просто взять и снести ее нахуй.